Больше 100 километров позади. И вот студенты 3-го и 4-го курсов Витебского технологического университета высадились на Новопольской земле, в частности, на предприятии станка «Полимех». Это тот случай, когда расстояние не играет никакой роли, ведь потенциальный работодатель сам организовал ознакомительную встречу и очень заинтересован, чтобы без 5 минут специалисты влились в дружный коллектив предприятия. И полный соцпакет – это малая часть того, что здесь могут предложить. Вообще нам нужны люди, которые желают работать. То есть мы сможем их обучить, я думаю, но все равно с техническим образованием в приоритете у нас люди. А специалисты инженерного профиля здесь нужны не просто так. Станкополимех занимается разработкой и производством сложнейшего высокотехнологичного оборудования по переработке пластмасс, причем экологически безопасного. Вся продукция высокого качества. Для дальнейшего роста предприятию требуются соответствующие кадры. Поэтому специалистов ищут постоянно и везде, в том числе в студенческой среде. Я сам учился в Витебском государственном технологическом университете, еще в 2017 году закончил. То есть, ну, буквально за 5 лет около 30 студентов у нас работает. Кто знает, может, и студент 4-го курса Витебского технологического университета Константин Ляховский будет работать на станкополимехе. Юноша хотел распределиться на Оршанский станкозавод «Красный Борец», но после экскурсии по станкополимеху понял, что хочет сменить витебскую прописку на новополоцкую. Понравились и условия труда, и техническое оснащение, и обстановка. В первую очередь я могу дать свои знания, которые я получил в университете и получу в дальнейшем. Потом смогу дать отзывчивость и непосредственно уже подготовку к труду. То есть выполнять те или иные задачи, которые мне предоставит уже непосредственно мой работодатель. Пока студенты Витебского университета присматриваются к потенциальному месту работы, выпускник Полоцкого вуза Егор Сергеев уже определился, что хочет и дальше работать на станкополимехе. Год назад оператор станков с ЧПУ перераспределился на местное предприятие и считает, что это было одно из лучших решений в его жизни. Забирает автобус производственный. Я пришел, теплое место, то есть современное оборудование, высококвалифицированные рабочие, которые обучили меня тому, как работать на то или ином оборудовании. Плюс здесь у нас находится столовая, то есть вкусно кормят. И добираюсь также я на автобусе от завода, от предприятия. Вот, то есть, конечно, условия шикарные, для студента просто идеальные. Судя по тому, как активно студенты задавали вопросы, каждый из них заинтересован в том, чтобы вернуться сюда, но уже в качестве работника. Готовность продолжать сотрудничество высказали представители станкополимеха. К слову, 5 студентов уже взяли на практику, еще 5 в ближайшее время вольются в коллектив предприятия. Анна Обдова, Сергей Пайцев, телеканал «Звезда».